уничтожили российской техники почти на $1 млн за один только день. Операторы украинской армии дронов на бахмутском направлении работают в буквальном смысле ударными темпами. Бойцы ударной роты беспилотников «Ахиллес» 92-й отдельной механизированной бригады поразили две артиллерийские установки «Нона-С» и две боевые машины пехоты, вооруженные противотанковыми ракетными комплексами. А это $900 000 убытков для российской армии, заявил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. Процитирую его. У нас много случаев, когда дрон за $500 может уничтожить танк оккупанта, который стоит от 3 до 5 миллионов долларов. Конец цитаты. По словам министра, только с июня ударные роты и спецподразделения армии дронов уничтожили 1200 единиц техники оккупантов, а это сотни миллионов долларов. Как отметил Федоров, в этом году планируют умножить производство украинских беспилотников более чем в 100 раз и, как следствие, уничтожить в разы больше российской техники.